В Чувашии проходят проверки на предприятиях торговли. Масштабная инспекция в магазинах по всей стране началась после поручения президента. Как говорят в прокуратуре, на рынок попадает все больше некачественной продукции с последующими отравлениями, в связи с чем и инициированы рейды. Так, в одном из сетевых магазинов Калининского района Чебоксар представители прокуратуры и Центра гигиены и эпидемиологии проверили, нет ли на прилавках просрочки, в каких условиях хранят товары, соблюдаются ли санитарные нормы. Для этого специалисты не просто обошли торговый зал, но и заглянули на склады. В результате проверяющие нарушения все-таки выявили. Предварительный результат показывает, что, к сожалению, нарушения имеют место быть, среди которых первоначально можно отметить это наличие фактов нахождения продуктов, овощей и фруктов с признаками гниения. Отсутствие маркировки на отдельной продукции. По результатам проверки, анализа и комплекса всех выявленных нарушений будет принято решение о принятии мер по реагированию, среди которых это, безусловно, внесение представления в адрес организации, допустившей нарушение, возбуждение административных дел за нарушение санитарных и эпидемиологических законодательств, а также законодательств в области реализации продуктов питания.